Как у тебя день сегодня прошел? Плохо. Что у тебя в школе случилось? Что с бубончиком? Стал белым. Кто это сделал? Я не знаю. Мошенники. Не знаю. А у меня знаешь, что сегодня было? Что? Два мошенника ко мне звонили. Сначала звонил один. И какой-то, знаешь, такой непонятный. Позвонил, говорит, у вас хотят деньги списать. Потом взял трубку, бросил. Обиженка какая-то. Вот. А потом второй звонит. И тоже трубки бросает. Вот что с этими мошенниками делать? Значит, завел я карточку в Сбербанке. Никаких поступлений на эту карточку не было. Никаких транзакций через эту карточку не было. И эта карточка даже при оплате онлайн не засветилась ни в каком магазине. А они уже звонят, мошенники. Совпадение. У них, походу, деменция какая-то. Они позвонили, а через 5 минут позвонили снова. Уже ковидом переболели, и, наверное, у них осложнение дало. Они не помнят, кому звонят. Вот. Но с одним и тем же вопросом, со своим Филатовым каким-то. В общем, ладно, пусть слушают. Такой, здравствуйте, а вы Филатов? Нет. До свидания. Да. Алло, да. Алло, Андрей Михайлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Андрей Михайлович, беспокоит вас Сбербанк, специалист Дмитрий. Связались с вами касаемо операции, которая была приостановлена системой банка. Это перевод на сумму 5200. Кому перевод? Кому перевод? Перевод выполнялся на Филатова Романа Николаевича. Да, я знаю такого. Да, переводите. Я знаю такого. Переводите. Хорошо, назовите кодовое слово для подтверждения операции. Вы не Сбербанк. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Андрей Михайлович, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Михайлович, беспокоит вас технический отдел Сбербанка. Мое имя Дмитрий. Связались с вами касаемо операции, которая была приостановлена в системе банка. Это перевод на сумму 5200 рублей. На Филатова, да? Филатова, да?